Я волшебник, дед всевет, мне в обед всего 100 лет. Сказку начинаю, в гости приглашаю. К тем, кто сделал все дела, сказка в гости пришла. Лиса и журавль. Русская сказка. Лиса с журавлем подружились, даже покумились с ним у кого-то на родинах. Вот и задумала однажды лиса угостить журавля. Пошла звать его к себе в гости. «Приходи, куманек, приходи, дорогой, уж как я тебя угощу!» Идет журавль на званый пир, а лиса наварила манной каши и размазала по тарелке. Подала и потчевает. «Покушай, мой голубчик, куманек, сама стряпала!» Журавль хлоп-хлоп носом, стучал-стучал, ничего не попадает. А лисица в это время лижет себе, да лижет кашу, так всю сама и скушала. Каша съедена, лисица говорит: «Не обессудь, любезный кум, больше почивать нечем. Спасибо, кума, и на этом. Приходи ко мне в гости». На другой день приходит лиса, а журавль приготовила крошку, выложил в кувшин с малым горлышком, поставил на стол и говорит: «Кушай, кумушка, право больше нечем почивать». Лиса начала вертеться вокруг кувшина, и так зайдет, и этак. И лизнет его, и понюхает-то. Все ничего не достанет. Не лезет голова в кувшин, а журавль меж тем клюет себе, да клюет, пока все не поел. «Ну не обессудь, кума, больше угощать нечем». Взяла лису досада, думала, что наестся на целую неделю, а домой пошла, как не солоно хлебала. Как аукнулась, так и откликнулась. С тех пор и дружба у лисы с журавлем врозь. Вот и сказочке конец, а кто слушал, молодец.